Всем привет! И это начало моего влога, я только проснулась. Хочу вам показать один денечек из каникул в Белоруссии, так что смотрите, надеюсь, вам понравится. Какое же классное солнышко, блин. Класс. Ну а теперь, что мы видим тут? Вы это видите? Обалдеть. Привыкните к тому, что я так одета дома всегда, потому что у меня есть собака, Мика, Лайка, и я всегда наготове выйти к ней на улицу и поиграться, потому что она очень любит прыгать, в общем, на меня вымазывать, и такая играться очень любит, и только полгода, и поэтому я всегда наготове, так сказать. А вы любите, кстати, чай с имбирем? Я вот дико люблю чай с лимоном, с имбирем зеленый. Я вот беру, нарезаю пару кусочков имбиря, таких долечек, долечку лимона и чай зеленый завариваю. Очень вкусно, обязательно попробуйте. Совсем забыла сказать, в чайку еще кладу ложечку меда, но если вы мед не любите, положите сахарок и пейте вкусный чайок. Мика, привет! Мика, ты чистишь снег? Ну и что это? Ну и что это? А? Ты что? Ты что? Хочешь его съесть? Что? Что, что?
Что, кушать идем? Идем кушать. Идем. Мика, кушать будешь? Ты будешь кушать? Сидеть можно. Кто кушает? Мика кушает. Молодец. Приехала билетик обратно купить в Варшаву. Вот, иду за билетом. На улице капец как холодно, вы сами видели. Вот и все. А еще в моем городе все смотрят на тебя как на придурка, если ты идешь с камерой. Так что, в общем, добралась. Можете меня поздравить. И, в общем-то, это все. Спасибо за просмотры. Внизу будут ссылочки на Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Так что подписывайтесь на мой канал. И пока-пока!